хочу спросить. Вот мы когда создаем намерение, чтобы насладить Творца, но мы всегда говорим, что мы можем к Творцу обратиться только через десятку. А каким образом я могу вот включить десятку в этот процесс? То, что я намереваюсь доставить наслаждение Творцу, это может быть только выражаться лишь в том, что я привожу к большему слиянию, объединению в десятке. Чем я могу доставить наслаждение Творцу? Чего ему не хватает? С помощью чего я могу дать ему что-то хорошее? Только за счет того, что я приведу к большему объединению товарищей. Мы должны думать об этом. Это должно быть у нас живым, жить в нас. У меня нет другой возможности сделать духовное действие, а только лишь в десятке я могу выполнить это, эти действия. И только. И из того, что мы можем быть объединенными, как Адам Ришон, в нашей десятке, тем самым мы доставляем наслаждение Творцу. И в соответствии с этим мы включаемся в Него.